Одна из ведущих компаний по производству игровых аксессуаров SteelSeries представляет новую модель наушников из серии Siberia V2. Геймерская гарнитура SteelSeries Siberia V2 Frost Blue с активным шумоподавляющим микрофоном и регулируемой пульсирующей подсветкой. Игровые наушники имеют приятное легкое оголовье, комфортные мягкие абажуры с кожезаменителем. В прочный USB кабель встроен пульт управления. С помощью пульта вы можете легко регулировать громкость звука и даже отключать микрофон. Особенность наушников – это яркая голубая подсветка. Подсветка может работать в 6 различных режимах, каждый режим можно привязать к разным игровым моментам. Режимы подсветки – это слабое или сильное мерцание, пульсация быстрая или медленная, а самое интересное – режим реакции на звуковые эффекты. Ну и, конечно же, режим отключения подсветки. Наушники имеют интеллектуальную технологию шумоподавления, она создана на основе микрофонного модуля, она блокирует внешний шум и фокусируется на вашем голосе, благодаря чему ваша речь будет четкой и ясной. И даже другие игроки не смогут услышать то, что происходит у вас вне игры. Наушники SteelSeries Siberia V2 Frost Blue поддерживают технологию SteelSeries InGain. С помощью программы вы сможете изменить настройки наушников и микрофона, сами создавать профили для разных игр, а также управлять подсветкой. В отличие от прошлых версий, Siberia V2 Frost Blue сидит на голове еще лучше и удобней, а все это благодаря измененной версии Embouchure, которая выполнена теперь из более мягкой и искусственной кожи. При прослушивании музыки модель наушников SteelSeries Siberia V2 Frost Blue показала себя самым лучшим образом, и после ряда тестов у нас не осталось никаких сомнений в качестве этого варианта. Ну а заказать этот шедевр в игровой индустрии вы всегда сможете на сайте ведущего магазина игровых аксессуаров Зона 51. Официальный сайт магазина www.zona51.com. Качественные товары и удобная доставка.